Рассчитаться за проезд в общественном транспорте теперь можно и браслетом. В Барнауле началась продажа новых гаджетов. Наши корреспонденты решили узнать, охотно ли браслеты покупают пассажиры. Для этого мы отправились в ближайший киоск «Лига Пресс». Через эту сеть организована реализация средств электронной оплаты проезда. На выбор предлагают несколько цветов, от ярких до весьма демократичных. Браслет можно отрегулировать по размеру, а его цена – 290 рублей. Транспортная карта стоит всего 100. 2 недели назад привезли браслеты, пока только спрашивают, интересуются. Угу. Но еще никто у нас, лично в нашем киоске, никто не покупал. Как вы думаете, почему? Присматриваются. Я думаю, приглядываются. И нужна реклама. Пока выпущено ограниченное количество браслетов, так сказать, для пробы. При покупке гаджета на него записывают тарифный план. Браслет, так же как карту или брелок, необходимо прикладывать к терминалу. Он находится у кондуктора.